Вот у Михайлова такая речка с мостиком. Плотину спустили, и водички стало больше, чем надо. Лед поломали. Надо было каких-нибудь пряников взять. Пройдемся по набережной. Чуточек. Фонарики поставили. Настил. О, катаются на коньках. Кататься где хорошо на коньках. Видимо, вода действительно поднялась выше уровня. Немножечко подтопило все это дело. Этот мост не подтопится. Ничего себе уровень воды какой, посмотрите, автомобильный мост, практически он, вода-то прям до него. О, утенок, утенок. Течение такое сильное. Забыл я, как речка называется здесь. Она идет, получается, с плотины, которая на границе Рязанской и Тульской областей. Там дамба. Я в одном из видео своих прошлых заснимал это все. Дамбу эту. И вот речка оттуда идет. Проня, по-моему. Это Проня вроде бы. Могу ошибаться. Вот катается тут лед. Как не замерзает, а? Хватает. Боятся. Раз схватил, сразу в воду. Как их сносит. Там хватает и сразу бегут в воду. Смотрите, берутся из-за этой булки. Вот эти зеленые, это селезни с зелеными головами. А серенькие это утки.
Много селезней. Даже считать даже не надо, не буду. О, смотри, куда одна вышла. Утя, утя, утя. Ух ты, какая ты проворная. Раз и все. И улетела. Лед плотный. Ну, какая. Ладно. Там прямо торос ледяной. Сейчас наверх поднимемся. К танку. Ух ты. Как скользко-то. Видите, как вода подтопила все это дело. Как бы мост не сломался под этим льдом. Вполне такое возможно. Тяжелый лед. Может обломать вот этот вот мостик. Он даже, видите, он там ушел. Как прогнулся. Молодцы, здорово сделали. Тут летом красиво. Фонарики. В таких вот подставочках. Один вон там получается в воде. В воде. Ладно. Немножко решил в эту сторону пройтись, посмотреть. Вот он выше, конечно, мост, там он пониже к воде идет. В принципе, вот так вот набережная туда-туда-туда вот выходит. Туда я не пойду. Так вот, зимний Михайлов. Пойдем. Нужно обратить внимание, пандус для малоподвижных, да? Для людей с ограниченными возможностями. Вот, на эту горочку так можно подниматься. Михайлов на горках расположен. Работает, наверное. Так, подъезжает, раз. Здесь и дальше. Вот лесенка есть. Но все ходят здесь. Сейчас я песка натащу. Это лучше по этой. В начале декабря 41 года немцы подошли к городу Михайлово. Здесь было сражение. И дальше Михайлово они не прошли, они были отбиты. И город Михайлов, город воинской доблести. Такой вот мемориал. Сейчас к танку подойдем. Подойдем. Легендарная Т-34. Этот, по-моему, 34-85. Хотя нет. Точно не знаю, ребят. Вид открывается на город. Церквей много. Там вон трубы вдалеке. В той стороне вообще цементный завод был. Сейчас не знаю, что там. Элеватор. Далее едем вот мостик, по которому мы ходили внизу. О, у
как это сказать, памятником не назовешь, статуи тоже. В общем, знаете, кто это? Это Архангел Михаил. Потому что город Михайлов был назван в честь Архангела Михаила. Сейчас туда тоже подойду. А внизу, кстати говоря, родник под инвентарем. Вот. Что хороший город Михайлов. Уютный такой, маленький. Есть что посмотреть, где погулять. Вот герои Советского Союза. Я так понимаю, это уроженцы города. Я, к сожалению, не знаю ни одного здесь изображенного воина, чтобы сказать, кем по службе они были. Кто-то, может, был танкистом, кто-то пехотинцем, кто-то летчиком, не могу сказать. Но все они герои. И это самое главное. Вечная память. Да. Винтовая лестница. Храм идет. Поезд где-то едет. Железная дорога здесь также проходит. По-моему, какое же направление? По Юрецкого вокзала, что ли? Получается. Не помню. Ну все, сегодня вот так вот выбрались, посетили город Михайлов. Доехал до памятной стелы перед, ну, невдалеке от Михайлова. Сейчас пойдем посмотрим. Раньше, когда проезжал, думал, что это памятник каким-то военным связистам, потому что похоже как на антенну. Вот с этого рубежа воины 10-й армии под командой генерал-лейтенанта Коликова в ночь 6-го на 7 декабря 1941 года перешли в развернутое наступление, освободив город Михайлов. Непосредственно отсюда начиналась битва за Москву, ну, в том числе. Все время, сколько не проезжал, около этой стелы, первый раз останавливаюсь. Там все время пролетаешь, времени нет. Еще вон храм.